Всем привет, дорогие друзья! Сегодня с вами я, Anastation, и вы не представляете, как я рада записывать это видео, потому что в этом видео я вам покажу все мои подарки, которые мне подарили на Новый год. Если вы в шоке от того, насколько их много, то я вам скажу честно, я тоже, потому что у меня в руках еще одна огромная коробка, которая назад не закрывается. Я подглянула, посмотрела, что там, естественно, и назад я ее закрыть просто не могу. Посмотрите, как много различных пакетов, я их еле-еле установила друг на друга. На самом деле, они уже не первый раз у меня падают, поэтому я думаю, что мы приступаем с вами к видео. Не забывайте ставить свои пальчики вверх, подписываться на мой канал. Обязательно напишите в комментариях, что же вам подарили на Новый год, а мы начинаем. Самое логичное, с чего я предлагаю начать, это с вот этой большой коробки, чтобы я ее уже убрала отсюда. Очень красивая красная коробка с красным бантиком, смотрится очень мило. И она наполнена, прям наполнена. Здесь у нас личная бумажечка, которую я вам показывать не буду. Первое, что находится в этой коробке, это книга. Точнее, психологический дневник. Кто не знает, я учусь на психолога, и мой блог во многих соцсетях посвящен психологии. И я обожаю различные психологические штучки. Эта книга «Полезная саморефлексия». В общем, это практикум, которую нужно заполнять. Заполнять, причем долгое время. Я знаю, что кто-то ведет этот дневник месяц, кто-то еще больше. Благодаря этой книге люди осознают свои уязвимые точки, знают, над чем им работать, что им прорабатывать. Они приходят к себе настоящий. Если вам интересны подробности, то эту книжечку смогу показать в своем телеграме. Подписывайтесь. Я очень давно ее хотела. Это у нас что такое? Это органайзер. Органайзер для украшений. А именно он мне нужен был для моих сережек. Похоже, скоро выйдет новая часть расхламления моего туалетного столика. Потому что там очень много изменилось. И как вы видите, органайзер только прибавляется. Вау, посмотрите, какой он огромный. Какой он высокий. Я не ожидала, что он будет такой высокий. Да, я его хотела, но это было неожиданно. Йоу. Как хорошо иметь длинные ногти. Вы можете его поставить на стол гармошкой, а можете убрать в ящик, как это хотела сделать я. Но, судя по его толщине, я теперь не знаю, куда он у меня поместится. Но вещь кайфовая. Следующее, что я достаю из этой замечательной коробки, это сумочка, которую я тоже хотела, честно признаюсь. Сумочка очень кайфовая. Здесь не хватает ремешка, который внутри сумочки находится. Принт из истории игрушек. Здесь такой замочек, открываем. И сам ремешок. Ремешок короткий, но он регулируется. Это сумочка на плечо. Такая милота. И последнее, что находится в этой коробке. Кто увлекается медитациями, тот сейчас меня поймет. Это палочки Пало Санто. В переводе это священное дерево, и эти палочки используются для медитации. Выглядит здорово. Так, отлично, коробочку мы с вами разобрали. И теперь переходим наконец-то к пакетам позади меня. Начинаем сверху. Милый крафтовый пакетик в снежинку. И здесь у нас пижамка. Коричневая. Тонкие штанишки клёш. И такая же тоненькая кофточка с длинными рукавами. Можно в этом ходить дома. То есть не обязательно спать, даже когда холодно, это плюс. И здесь такой Мишутка нарисован. Следующий пакет. Идем по верхам. Маленький розовенький пакетик. И здесь у нас коробочка. Знаете, что в этой коробочке? В этой коробочке у нас сережки. Я не знаю, какие. Сейчас нам это предстоит с вами узнать. Мамочки. Открываем. Опа-па! Здесь у нас бумажечка, что я прекрасна, и мне будут благодарны за отзыв. Но самое прикольное, что здесь такие круглые, стильные сережки. Огонь, огонь, огонь. Самое крутое, что у меня есть целых два кулона уже к этим сережкам, и они тоже находятся в этих подарках. Предлагаю открыть Пандору. Я очень люблю ее. Я уже знаю, что здесь, а вы знаете? Можете попробовать отгадать. Это кулон. Я его хотела около года. Здесь вот вам прикреплю сейчас фотографию, как он выглядит вблизи, потому что он и со стразинками, и с сердечками, и с надписью Пандора. Очень милый, красивый, и как раз это один из тех кулонов, который идеально подойдет к тем новеньким сережкам. Следующий пакетик. Давайте смешнючий корги. Здесь сладости. Рожок GG's, любимый новогодний киндер и три конфетки шоколадные, снеговички.
Так, что у нас сверху? Красный пакет. В красном пакете у меня лежат кожаные шорты из Личи Рум. Это магазин, в котором продается очень стильная одежда. И я хотела себе на весну и на лето кожаные шорты именно из их магазина. Смотрятся они очень эффектно, у них очень приятная внутри ткань. В шортах таких будет не жарко, а прям комфортно. И здесь классная пуговица. Очень удобно. Возьму и парочку пакетиков сразу вниз спущу и покажу вам сразу все. Пока мне в руки попали эти палки, хочу вам рассказать, что это. Как сказали мои родители, это весла. Но это не весла. Это то, что мне нужно для видосов моих и для стримов. Две лампы-палки, которые будут подсвечивать мне фон неоном. Я просто рада безумно, что они у меня наконец-то появились. Так что приходите на мои стримы и не переставайте смотреть мои видосы. Сразу спускаю это вниз. Раскраска. Раскраска мандалы. И здесь мандалы, и у каждой мандалы свое значение. Ну и также здесь есть вот такой сюрпризик. И скидочка на книжки. Еще одна психологическая штучка. Кто подписан на меня в других соцсетях, тот знает, что у меня уже есть маг-карты, метафорические ассоциативные карты, и это новая колода. Это колода от Ники Набоковой, она автор книг. Эти карты помогают перезагрузить свой мозг, найти какое-то правильное решение. И эта колода конкретно создана для того, чтобы найти себя. Карты очень красивые, у них очень классное изображение. Сзади колода с цветами. Конечно же, книга, которая нам поможет делать те самые упражнения. Здесь есть тексты вдохновения, для которых пришло от карт. Для чего можно использовать эти метафорические карты? Таблица чувств и эмоций. Практики и техники, которые можно использовать. Классная штучка. Йоу, достаю очень-очень красивый зеленый халат домашний. Называется такая пижамка из магазина Дефиле. На день рождения мне подарили зеленую пижаму в прошлом году. И теперь у меня еще и будет темно-зеленый такой халатик-рубаш. Карточка из магазина Ревгош. Шоколадка. Еще одно украшение. И это второй кулон. Круглый и блестящий, прям под те сережки. Йоу! Вещь, опять же таки, психологическая, но она связана с любовью к себе. Это адвент-календарь «К себе нежно». Если вы вдруг не знаете, есть такая психологическая книга, которая называется «К себе нежно». И в ней рассказывается про любовь к себе. А это календарь. Тут 33 сердечка, благодаря которым вы можете стать ближе к себе. Здесь прописаны задания, которые помогут вам, например, еще больше полюбить себя, еще больше раскрыть вашего внутреннего ребенка, возможно, как-то себя порадовать или поощрить. Каждое сердечко – это идея, благодаря которой вы сможете выразить нежность к себе. Очень интересная, полезная вещь. О, тут еще мои любимые киндеры! Мой самый любимый шоколад – это киндер, потому что он молочный. Здесь, конечно же, у них наборчик, как всегда, Буэна. Киндер Кантри. Киндер Макси. Киндер Сюрприз. И Киндер Чоколейт. Вот это просто, я считаю, самый лучший подарок, который мне могли подарить. Если вы не в курсе, я тот самый человек, который обожает зеленый цвет и безумно любит лягушек и черепах. Поэтому у меня есть черепаха, лягушки у меня нет, но все, что с лягушками, должно быть у меня. И мне подарили вязаную сумочку в виде лягушки на цепочке. Согласитесь, это очень круто и оригинально. Особенно летом с платьицем будет такая красота. Свечки. Такие красивые, что их даже жалко зажигать, они с елочками. Опять украшения, на этот раз сережки. Новогодние елочки. Милейшая открытка от моей младшей сестренки. Я уже, честно говоря, запуталась. У меня точно вот еще два пакетика. В остальных я вроде все уже показала. Ну, возможно, я ошибаюсь. Это кардиган. Желтый кардиган. Немножечко оверсайз. Если вы думаете, что это просто желтая кофта, то нет. Потому что здесь есть лягушка! Где она? Вот она. Вы видите эту брошку? Ну это же просто чудо! Обожаю свою семью. Опаньки. Вот это интересная тема. Это набор для приготовления роллов и суши. В последнее время на мукбанках, да и что там таить, не только на мукбанках, я стала просто постоянно заказывать суши. Ну и конечно, меня не могли
обделить этим набором. Интересно даже, из чего этот набор состоит. Кстати, если вы бы хотели отдельное видео, где я учусь готовить роллы, пишите об этом в комментариях. Здесь две какие-то штучки специальные для роллов разной формы. Прикол в том, что здесь можно делать роллы и в виде сердечек, и треугольные, и круглые, и какие угодно. Также в наборе был нож, палочки и, собственно говоря, инструкция. Последний пакетик. Зимние термоносочки, крем для рук. И после того, как мы с вами приготовим роллы, нам понадобится что? Полотенце. Давайте его откроем. Я думаю, что оно с зайчиком, потому что у нас символ года зайчик. Я угадала. Вафельное полотенце с кроликом. Если вам понравился данный видос, то не забывайте его оценить пальчиком вверх. Обязательно подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь на все мои соцсети, в том числе на мой телеграм-канал. Обязательно напишите в комментариях, что подарили вам. Если вы хотите какие-то определенные видосы, где мы с вами готовим суши или влог, как я отмечаю Рождество, например, то пишите об этом в комментариях. А я на сегодня с вами буду прощаться. Сегодня с вами была я, Инна Стейшн. Всем пока-пока!